На Одесском факультете Киевского национального университета культуры и искусств состоялся очередной день открытых дверей. Мероприятия с интересными мастер-классами и экскурсиями для абитуриентов и их родителей тут проводят каждый месяц. Мы проводим с интересными мастер-классами по ресторанному бизнесу, с мастер-классами по рисунку, по дизайну одежды, по дизайну ландшафта, парикмахерское искусство. У нас работают наши выпускники, парикмахеры, которые презентуют мастер-классы. Проводить мастер-классы в день открытых дверей студентам абсолютно несложно. К практике они привыкли, разъясняет декан Одесского факультета Мирослава Мельник. Мы стараемся делать акцент на практику, для того, чтобы студенты, которые у нас учатся, все-таки намного больше смогли практиковаться. Одесский факультет Киевского национального университета культуры – это возможность получить в Одессе столичное образование. Этот вуз имеет лицензию самого высокого, 4-го уровня аккредитации. Здесь достойные преподаватели, как бы высокий уровень образования. Вот так что и учусь я, собственно, хорошо, потому что здесь все получается. Жизнь университетская очень интересна, у нас разные мероприятия, мы снимаем клубы, у нас программы сценические всегда очень интересные, всегда насыщенные и всегда все проходит весело. На Одесском факультете КНУКИ обучают самым разным профессиям. Среди выпускников специалисты туристического и гостинично-ресторанного бизнеса, документоведы, менеджеры органов государственной власти, стилисты-визажисты и дизайнеры разного профиля. Тут изучают дизайн среды, интерьера, ландшафта, графический дизайн, веб-дизайн, дизайн причесок и даже дизайн одежды. Мне кажется, это мечта каждой любой маленькой девочки делать вещи и заниматься этим. Это на самом деле очень интересно. Это единственный университет у нас в Одессе, который смог дать мне такие знания. Это очень перспективная профессия, потому что я считаю, что одежда, она нужна всегда и всем. Как правило, на таких мероприятиях присутствуют не только студенты и преподаватели Одесского факультета, но и профессуры из Киевского национального университета культуры и искусств. Ее выпускники работают по всей Европе, рассказывает заведующая кафедрой театрального искусства в Киеве Нина Гусакова. Выпускники нашей кафедры, уже мы можем насчитать и народных артистов, входит в количество наших выпускников, и заслуженных артистов, и заслуженные деятели искусств, а также призеры фестивалей. Нередким гостем в этих стенах является и сам ректор КНУКИ, профессор Михаил Поплавский. Он лично контролирует, чтобы одесский филиал соответствовал высоким стандартам обучения, которыми славится Киевский национальный университет культуры и искусств.